Добрый день, дорогие друзья, уважаемые подписчики. Вот, по вашим просьбам решил запилить ролик по первой партии. Партии должно быть три этих батареи. Батарея AGM. Такие батареи, честно говоря, вижу впервые. И никаких характеристик. Никаких данных в интернете я об этих батареях не нашел. Но мои предположения, что это все-таки тяговые батареи. И прибыли они ко мне в абсолютно мертвом состоянии. Я не знаю пусковой ток. Тяговые батареи, как правило, особым пусковым током не отличаются. На то они и тяговые. Главная особенность этих батарей — очень долго и много отдавать энергии на протяжении большого длительного времени. Так, ну, не стал записывать, как я их вскрываю. Батареи вскрыл. Ну, давайте посмотрим на характеристики батарей. Вот. Данные я снял первоначальные, и батареи оказались абсолютно мертвые. Напряжение, так, 11,56, пусковой ток 24 ампера. Выставлял я 700 ампер первоначально, потому что я не знаю, какой пусковой ток у этих батарей. Ну, какой-то пусковой ток все равно должен присутствовать. Ну, вот здесь вот отметка написана 75 ампер. Ну, вот это я не знаю, что это 75. Это либо резервная емкость, либо... Пробовал перевести с китайского. Ну, у меня не получилось. Значит, батарейки я вскрыл. Вот так вот они выглядят изнутри. Судя по пластинам, это тяговые батареи. Пластины очень толстые. Значит, залил водой. Прошли сутки после заливки. Но результата этого, от этого не произошло никакого результата. Значит, на этой 11.03 батареи, на этой 88, более-менее живая вот эта черная. Но, как мне объяснили владельцы этих батарей, эти батареи с солнечных панелей, эта батарея самая свежая, самая новая. Хотя я не могу сказать, что эти батареи серенькие, тоже старые. 18-й год, апрель 18-го года. Как правило, AGM батареи вот такого типа, они ходят, ну, в среднем они должны отхаживать 10 лет. 10, а заявленный срок службы до 15 лет. Так, долил водички в каждую банку для того, чтобы смочить маты. У меня вошло по 90 миллилитров в эти батареи, и в эти тоже по 90 миллилитров. Значит, как видим, ничего не поменялось. А, ну, немножко результат есть. Было 24 пусковой ток, сейчас стало 40. И напряжение слегка упало. Здесь у меня два варианта, почему так, почему батареи в таком состоянии. Либо это на самом деле батарея, что батарея вышла из строя, хотя я очень сильно сомневаюсь. Дело в том, что АКБ пусковой типа, эти батареи, они очень устойчивы ко всяким перегрузкам, разрядам. Либо, так, здесь 45, да, было 43, ничего не поменялось. Они устойчивы к глубоким разрядам, к вибрациям, к ударам, ко всему прочему. Их можно
можно, чтобы эти батареи, в принципе, работали даже на боку. Но, как видим, батареи умерли. И у меня такие мысли, что либо... О, 6% появилось в этой батарее. Аллилуйя. 6%, ну, разряд. И 172 ампера. Вот, было 18. Напряжение упало. А, нет, напряжение наоборот выросло. 10,53, было 8,58. Так, самая живая вот эта батарея. Значит, по поводу моих мыслей, почему так произошло. Либо на этих солнечных панелях неисправен контроллер, который управляет зарядом. Либо неисправен контроллер, который смотрит за тем, чтобы эти батареи не разрядились. А то, что эта батарея пришла в негодность, так, ну, те же самые параметры, что были. Вот я записал 35, 34 и 8,57, было 8,61. Заливка воды ничего не дала. И спустя сутки батареи не показывают никаких признаков жизни. Ну, теперь будем пробовать заряжать. Сейчас перемещу их в зарядный бокс. Поставлю на зарядку и продолжим нашу увлекательную экскурсию по зарядам. Значит, тем умникам, которые пишут в комментариях, что надо доливать электролит в такие батареи, значит, электролит можете залить себе в одно место, откуда у вас растут уши. Подправить свои мозги. Дело в том, что в качестве электролита здесь используется коллоидная двуокись кремния, которая производится только в одном месте, в Германии. И если вы пытаетесь влить туда обычную серную кислоту, ребята, еще раз повторяю, залейте их куда-нибудь себе, Вода, ну, по отношению, по крайней мере, к маленьким батареям, она дает прекрасный результат. Батареи оживают. Это видно на протяжении нескольких моих роликов с разными маленькими батареями. Ну, батареями мотоциклетного типа. С такими батареями я сталкиваюсь впервые. Если у кого-то есть мысли, пожалуйста, делитесь в комментариях. Я с удовольствием почитаю. Мой канал создан не только для того, чтобы я рассказывал, вернее, чтобы я делился своим опытом, но и для того, чтобы вы поделились своим, потому что век живи, век учись. Я с радостью учусь, с радостью принимаю полезные советы к сведению, внедряю их в работу. Ну, такова жизнь, на месте нельзя стоять. Так, ну что, пока остановлю, поставлю на паузу и буду... Он раскидал батареи в одну сторону. Раскидал их на один край, чтобы освободить место для этих огромных, тяжелых и, будем надеяться, мощных батарей. Пока заклеивать их не буду, крышки. Посмотрю на заряд, посмотрю на как принимают они заряд. Возможно, если появится какое-то кипение в каких-то из банок, то здесь будет явный признак того, что все-таки батарея, к сожалению, банки замкнули. Это, по-моему, китайский производитель. Ну, да, переводил я с... переводил. Не смог перевести.
нашел в интернете батареи подобного типа, китайские, но не вот этой фирмы, а другой. И немножко глубже ознакомился с их устройством, с принципом работы, принципом заряда. Поэтому будем продолжать работу. Так, ну что, ребята, батарейки в зарядном боксе. Батарейки, должен вам признаться, неимоверно тяжелые. Пока устанавливалось, у меня чуть подлива не пошла. Так, подключил 37 вымпелом. Заряжать буду ими. Выставил ток 5 ампер. Это 2,5% от их емкости. И зарядное напряжение на перезаряде у нас закончится на 14,1 вольт. Это у нас будет предзаряд. Я думаю, что по достижению 13 вольт или 12,5, ну, самое главное, нам сейчас нужно промониторить, как батареи будут принимать заряд. Как батареи начнут принимать заряд, я добавлю 10 ампер. Ну, это будет, грубо говоря, 5% от их емкости. Ну, попробуем сначала посмотреть, как они будут принимать. Прошу прощения, что дикторские такие наклонности у меня к вечеру пропадают, язык заплетается, мысли путаются, поэтому особо кто надеется на бугерский расклад, такого не будет. Просто смотрите, наблюдайте. Вот смотрите, зарядного тока никакого, батареи абсолютно не принимают заряд. Нету заряда. Одна батарейка 2 ампера берет. Эти батареи все. Одна и крайняя пошел заряд. 5 ампер уверенно пошло. Эти батарейки по нулям. 14 вольт. Заряд окончен. Так, здесь у нас, возможно, на третьей батарейке просто плохой контакт. Нет, неплохой контакт, батарея не хочет брать заряд. Ну-ка. Может, ага, вот здесь у нас плохой контакт. Все, заряд пошел. Здесь заряд не хочет идти. Все очень печально. Ладно, остановлю запись и буду думать, буду разбираться. И о, все, ребята, потихонечку набираем обороты. Эта батарейка крайняя набрала сразу 14 вольт. Это тоже 14, все по 14 вольт набрали. И принимает по 2 ампера всего. Одна вот батарейка 3 ампера. Все происходит буквально на ваших глазах. Ага. Крайняя 1,4, 2 ампера. 2,4. Потихонечку, ребята, батарейки вроде как начинают оживать. Ладно, это можно смотреть бесконечно. Ну, по ходу ролика я вам все расскажу, все объясню, чтобы не растягивать ролик. Короче. Ну что ж, ребята, прошло чуть больше часа. И наши батарейки начали потихоньку разгоняться. Очень-очень потихонечку начали принимать заряд.
судя по их поведению, у меня возникло несколько мыслей, предположений. Объясню, каких. Дело в том, что эти батареи, они эксплуатируются, они установлены на солнечной электростанции. И эта электростанция, она стоит где-то в степи, на какой-то ферме. Естественно, в степи нет подобающего обслуживания, должного ухода за станцией, за панелями. И, возможно, часть панелей уже не работает. И электростанция не получает необходимой энергии для того, чтобы зарядить эти батареи. Плюсом к этому идет постоянное высаживание. То есть там альтернативная энергии нету. То есть эти электростанции выделяет наше государство для того, чтобы не тянуть туда электролинии. Это вроде бы где-то от кого-то я слышал, что государство выделяет эти электростанции бесплатно, солнечные. Именно для фермерских хозяйств. Мало того, что батарея не получает необходимого заряда, плюсом к этому, возможно, эти батареи высаживаются еще днем. То есть они должны работать циклически. Днем заряжаются, ночью работают. Если они еще и днем, ну, допустим, кто там, скотник или пастух, стадо выгнал и на лошадку и домой. Врубил телек. Холодильник, естественно, работает. Телек, там спутниковая тарелочка, и целый день смотрит телевизор. Естественно, он часть заряда, который необходим для батареи, он ворует. И происходит вследствие систематического недозаряда. И я предполагаю, что часто глубоких разрядов, очень глубокая сульфатация, просто чудовищная сульфатация на этих батареях. И за 3 года эти батареи естественным образом умотали. Эти батареи нужно, необходимо просто раз в 2-3 месяца производить им полный заряд. Иначе получится вот то, что мы имеем. Батареи абсолютно мертвые. Сейчас они потихоньку начали брать заряд. Буду смотреть по динамике, возможно, придется делать десульфатацию этим батареям. Если не будет разгона, займемся десульфатацией. Займет это, я думаю, что очень много времени. Но загадывать не будем, давайте будем смотреть за динамикой. Первый дозаряд мы разгоним их до 14,1 вольта. Это ближе к буферному режиму. Нам важно сейчас снять вот эти сульфаты, которые снимаются легче всего. Очистить пластиночки для дальнейшей работы. И уже в следующем включении я буду излагать свои планы в отношении этих батарей на будущее. Ну, на сегодня, наверное, уже съемки не будет. Буду включаться завтра. Оставлю эти батареи до утра, потому что батареи абсолютно пустые. Даже если зарядники перейдут в буферный режим, ничего страшного не произойдет. За счет буферного режима будет происходить десульфатация, и батарейки будут потихонечку очищаться. Ну, как видите, прям на глазах зарядный ток потихонечку растет. А у меня что-то стабилизатор дергается. Давайте сегодня отключаюсь. Следующее включение будет завтра.